Вопросы детей стоят на одном из первых мест в стране. Это признают, пожалуй, все, кроме представителей ульяновского отделения партии КПРФ. Для них все проблемы отступают перед собственными интересами. Во главе с депутатом Госдумы Алексеем Куриным и депутатом Заксобрания Айратом Гибадиновым ульяновские коммунисты ворвались на расширенную встречу с уполномоченной по правам ребенка Людмилой Хижняк. На совещании обсуждались важные вопросы поддержки семей и детей, обозначенные в послании президента Федеральному собранию. Ворвались — это мягко сказано. Вначале они устроили толкучку на входе в здание областного правительства, не давая пройти общественникам. А потом и вовсе брали штурмом двери зала заседания. Депутаты от КПРФ, депутат законодательного собрания, депутат Государственной Думы ворвались в зал вообще с гиканьем, с драками. В общем, вели себя неподобающе и как будто пьяные люди валились в кабак. То есть, ну, вообще мы были, конечно, ошарашены таким поведением представителей депутатского корпуса, то есть представителей слуг народа. И все были, конечно, в шоке от того, что и прервали доклад губернатора, и сорвали мероприятие в итоге, которое очень важно для каждой семьи абсолютно. В итоге коммунистам удалось пройти на совещание. Только обсуждать они пришли отнюдь не вопросы детства. Их волновала судьба шестерых депутатов Димитровградской гордумы, у которых прокуратура нашла нарушение в налоговых декларациях. Закон для ульяновских представителей КПРФ не указ, и они пытались отмазать своих товарищей. Выступил губернатор, произнес прекрасные слова, связанные с защитой и безопасностью детей, о том, как их ценят в нашем регионе, про инвалидность и очень много полезной информации для всех. И тут Алексей Владимирович Куриный, не дожидаясь каких-то возможностей выступить, просто перебивает его и начинает нести то, что считает, на свой взгляд, правильным. Наглецы дипломатично отреагировал на выходку политических оппонентов губернатор и продолжил стоически выступать с докладом. Глава области, в отличие от Куринова и компании, умеет себя вести, как полагается государственному деятелю его уровня. А вот коммунистов это не успокоило, и они обступили губернатора после встречи плотным кольцом. Добивались отмены законного решения, вместо того, чтобы доказывать свою правоту в суде. Мы как Красный Крест, конечно, в первую очередь мы общаемся со всеми партиями, со всеми конфессиями. Мы не относимся ни к тем, ни к этим. Но я хочу сказать этим людям, которые вели себя вчера так неадекватно, пожалуйста, вы представители той партии, за которую голосуют люди старшего поколения. Как вот им глаза сейчас смотреть, видите себя адекватно, в конце концов. Это совещание, это же не сборище какое-то. Выходка ульяновских коммунистов возмутила всех общественников, находившихся на встрече. Ведь они собрались послушать о защите прав детей и выступить со своими предложениями. Этого не получилось. Постояв возле губернатора и повыясняв отношения в кулуарах, КПРФцы удалились, несолоно хлебавши. Вернее, эффект от их вторжения все же был. Как известно, скандальный пиар – это тоже пиар. Только такой результат, кроме политиканов, никого не устраивает.